Теперь к другим темам. Сирийский кризис вновь обсудили по телефону главы внешнеполитических ведомств России и США. Беседа состоялась по инициативе Вашингтона в преддверии намеченного на эту субботу очередного раунда многосторонних переговоров в Вене. В разговоре с Джоном Керри Сергей Лавров подчеркнул, что процесс урегулирования важно продолжить в рамках ранее достигнутых договоренностей, а именно способствовать прежде всего налаживанию диалога между самими сирийцами. Об этом же наши дипломаты говорили с делегацией, прибывшей в Москву из Сирии. Ее участники как раз представляют сторону оппозиции, и они согласились с тем, что для запуска политического процесса в Арабской Республике необходимо устранить угрозу, которую представляет собой ИГИЛ. Сирийская армия ведет важные бои, но она в одиночку не может добиться успеха. Необходим общенародный подъем борьбы против ИГИЛа. Это важный фактор. Он нужен для сохранения Сирии. То есть первая задача – это покончить с терроризмом. Вторая задача – это задача политических преобразований. Но нельзя к ней перейти прямо сейчас, не разгромив ИГИЛ. Таким образом, оба процесса должны идти параллельно.